провал, это провал его. И у него альтернативы нет. В лучшем случае будет сидеть долго, довечно в тюрьме, или кто-то его берет, первое, через свое окружение, россияне, потому что не выдержат. Он создает такие условия, или не, выдержать невозможно. Поэтому обставляет себя безопасностью, проявляет агрессивность во всех отношениях, включая Украину, мстит, вот наносит удары еженочно ракетами и шахедами по мирным гражданам Украины, включая там и своих, они там провокации постоянно проводят, не только наши беспилотники бьют, они в отдельных ситуациях сами проводят операции, чтобы показать, что есть угрозы, что нам нужно поднять страну, провести полностью мобилизацию там и все, защищать Единую Россию от злобного Запада. Те же мифы, которые были там, тогда мелкие, прикурские, что там какие-то наняли, каких-то шлюх закупили, а сейчас уже глобально, уже его мир, так сказать, против него стал. И тут он якобы защищает какие-то свои права, народ, демократию, а фактически защищает террор, свой, доморощенный,